слушайте сюда. Никого не слушайте. Мы на нашего директора молиться должны. Если о нем говорят плохо, это только потому, что если о нем говорить хорошо, его тут же заберут туда, нам пришлют другого. Мы этого не выдержим. Потому что мы нашего дорогого директора горячо любим. А кто его не любит, тот обожает. Мы при нем добились таких успехов, о которых ему даже боятся доложить. Так я когда-то мальчишкой говорил о своем директоре. А сейчас у нас директор. У нас уже такое количество работает в счет будущего года, что неизвестно, кто будет работать в этом году. Ну, наш директор, он же всем верит. Он верит всем. Он спрашивает у рабочего, почему ты позавчера пришел не вовремя на работу? Тот говорит, автобус сломался. А вчера почему опоздал? Так сломался же. А почему сегодня пришел на час позже? Все четыре колеса. Этот рабочий переломал столько автобусов, что такого количества автобусов еще в нашей стране не производили. Директор верит. Он спрашивает у инженера, почему ты вчера не пришел не вовремя на дежурство и вообще не явился? Тот говорит, автобус сломался. Тот говорит, простите, тот говорит, провожал тетю Феню. Допустим, ну и что? Ну, в последний же путь, позволь. Последний путь ты провожал тетю Феню на прошлой неделе. Тот говорит, так вы же тетю Феню не знаете. У нее же 8 пятниц на неделе. Директор верит. Так думают о директоре все. А директор что думает? А директор думает. Я вынужден верить. Иначе я должен всех выгнать с работы. Директор, что сейчас директор может? Взять нужного человека? Не может. Убрать ненужного? Не может. Наказать рублем? Не может. Наградить? А? Тем более. Мало того, каждый шаг директора под надзором, все за ним следят. Все. Партийная организация, профсоюзная, комсомольская, пионерская. Орет на коллектив, запугивает, не орет, боится. Хорошо одевается пижон, плохо одевается жмот, улыбается секретарша, заигрывает, перестал улыбаться, доигрался. Орет на коллектив, запугивает. Все, кому не лень, все его получают, все. Такой карапуз. Если бы я был директором, в литературной газете рубрику такую завели. Если бы я был директором, а вот взять и назначить. Пускай себе на здоровье нервный тик зарабатывает. Кем я работаю? Вы что, не поняли? Директором? Вот так. Желаю вам, дорогие друзья, чтобы у вас был директор, который не испытывает подобных трудностей. Желаю вам и вашим семьям радости, добра и здоровья. И счастья. В новом году.